что сказать, слава богу, мы выиграли сначала, поэтому слава богу, что я забил свой первый гол, потом второй. Я думаю, что и в будущем буду забивать. Ну, поводу Марата, я думаю, что это было очень сложно и самая важная игра для нас. Слава богу, мы выиграли. И я думаю, что у нас будет сейчас больше самоуверения, как сказать, что за следующие игры, и что самое важное, что за кубок, который это наша задача, что будем готовы за кубок. Ну, что сказать, футбол, никогда не знаешь, сколько будет остается у одной команды, но я был, да, в многих командах, в многих сторонах, там, в Греции, в Сербии играл домой, в Казахстан, в России, в Сауди-Арабии, но самый лучший чемпионат был в России, там Амкар, там было очень хорошо, мы играли в финале Кубка России, проиграли ЦСКА и закончили четвертым турнир таблицы. Я думаю, что Амкар Россия была самая лучшая команда, где я играл. А знаете, как мотивация есть за все в жизни, что работаю, у меня есть какая мотивация, но на вопрос твой могу ответить, что мотивация есть, что я хочу здесь быть лучшим бомбардиром чемпионата, хочу, чтобы из Банаца попал в Лигу Европы, ну, Лигу чемпиона следующий год, что выиграем кубок, есть много мотивации здесь, что, так да, по поводу мотивации нет проблем, у меня есть мотивация. Ну, я увидел все игроки, которые из Сербии играют здесь, и слышал, что каждый год есть по 5-6-7 легионера из Сербии, и я здесь знаю 3-4 игрока, с одним места играли в Сербии, в Вождовац, Данил Стойкович. Что сказать, мы увидимся там, выпьем кофе, чуть-чуть погуляем, говорим о поводу футбола, так. На сербском и чуть-чуть и по-русски там разговариваем, чтобы кто не знает, чтобы научился и так. Но меня город нравится здесь. Центр тоже самый, как в Сербии, Белград, но поменьше, но хороший. Есть много места, где можно прогулять, выпить кофе, рестораны. Можно увидеть там, как познакомые места, как по-русски не знаю сказать, но можно прогуляться здесь. После тренировки что, отдыхаю чуть-чуть, жена меня приехала, мы вместе прогуляем по городу, выпьем кофе там, с другой сербами увидимся, смотрим игры на телевизии. Да, нормально время происходит здесь в Армении. Я видел, что они из 4 игры проиграли 3, одну выиграли. Когда я приехал здесь, еще не сыграл со Ширяком, только знаю, что там много легионеров, там два серба, одного знаю, хороший друг с ним, дефендер, защитник. И что сказать, мы поедем там в Джумри, попробуем выиграть, или один поинт зарабатывать, но опять хочу сказать, что я думаю, что вторник самая важная игра и что будем готовиться к этой игре. Ну, не сказать, что мы не будем играть Ширяк там, что только что бы сыграли, но я думаю, что будет все нормально. Там попробуем, будем бороться, что получится.